Перед вами отечественные внедорожники. Перед вами внедорожники, продаваемые подразделениями Автограда. Трое из этих мускулистых хлопцев имеют корейские корни. Трое – несущую раму. И двое – немецкие двигатели. Итак, туда, куда 90% джиповодов не поедут, мы загоняем Hyundai Santa Fe, SsangYong Kairon, Tagaz Tiger и УАЗ Патриот. Эти автомобили не блещут ценой 6 нулями. В этих автомобилях нет сумасшедшей электронной начинки. Эти автомобили с обычными атмосферными бензиновыми движками, в них нет DVD, спутниковой навигации, доводчиков дверей и прочей не джиповской ерунды. Препятствие номер один. До нас в эту горку лазили мотокроссмены, джипы подготовленные и лично я на багги. Эта горка имеет запредельный угол наклона для фронтального преодоления. И попытка поставить любой автомобиль боком приведет к неминуемому опрокидыванию. И эта гора без особых проблем берется нашей четверкой. Рекомендации только к Кайрону. Необходимо учитывать некоторую перегруженность передней оси. Препятствие номер два. Резкий полуметровый спуск, он же подъем. Hyundai Santa Fe, не имея рамы, но имея короткую базу и без свесов, угрожающе кренится, но, найдя опору, ведет себя вполне адекватно. Вот другая точка, и вы можете посмотреть работу дифференциала и не самый высокий ход подвески. Теперь тоже препятствие, но штурмуем в лоб. Короткий передний свес и приличный клиренс. Я порядком порадовался за паркетник, тянущий на внедорожник. Теперь максимально комфортный, самый передовой Кайрон. Казалось бы, самая длинная база и порядочный вылет передней части за ось переднего колеса должны составить проблему. Но у Кайрона самый большой ход заднего моста и глубокие арки. И длинная база не раскачивает автомобиль, он просто плавно, практически на пределе касания брюхом, преодолевает это препятствие. При виде с другой точки очевидна необходимость демонтажа брызговиков задней оси, либо они отлетят сами. На Кайроне это препятствие преодолевается максимально комфортно. Были, конечно, некоторые сомнения и неуверенность в том, что в лоб, штурмуя этот холм, мы оторвем бампер. Но, как ни странно, самый комфортный и самый низкий проедет и здесь. Второй кореец с более мощным двигателем от Мерседеса, собираемый в Таганроге, ни в коем случае не может считаться устаревшей моделью. В Корее она собирается до сих пор. Тагер имеет, безусловно, самую выдающуюся внешность и самый длинный капот из всех представленных. Самая короткая база позволяет практически одновременно съехать передним правым и задним левым колесом. Это самое быстрое преодолевание диагонального спуска, практически без отрыва и вывешивания колеса. Барьер в лоб берется также легко. И оказывается, что грузноватая морда – это всего лишь иллюзия. УАЗ Патриот, став полноценным брутальным джипом с большим салоном, стильной, хотя и грубоватой внешностью, смело доказывает, что ему любые задачи по плечу. Хотя и заставляет водителя скатиться к дверке. Под автомобилем не происходит ничего маломальски похожего на неуправляемую болтанку. Все-таки этот джип с самым большим клиренсом. Да и лобовую атаку на нем можно производить на скорости и не задумываясь. Существует такое мнение, что рожденный ползать летать не может. Мы решили заставить джип от Автограда взлететь. Этого никто не делал, и взлететь с отрывом всех четырех колес на престижном внедорожнике или паркетнике весом в 2 тонны – дело рискованное. Вот вам взлет Hyundai Santa Fe. Вот вам прыжок Кайрон. Ну и самый эффектный – Тагер. И, разумеется, Патриот. Дальше участок с раздолбанной колеей и грязевой ванной. На Санта-Фе и Кайроне здесь лучше особо не экспериментировать. Потихоньку так. Все-таки жаль модный обвес. Хотя, включив голову, можно не ограничивать себя в возможностях маневра. Жидкая полуметровая суспензия и для них не помеха. Тагер здесь, насмехаясь, проезжает легко. Патриоту вообще плевать на такие мелочи. Теперь помочим ножки и отмоем грязь. После нашего тест-драйва с Автоградом можно смело утверждать, здесь продаются настоящие джипы с непугающей ценой. Согласитесь, эти автомобили, имея российскую производственную составляющую, не прыгнули по цене в заоблачные высоты. Цена осталась прежней, то есть мечта о серьезном внедорожнике за сумму и ниже 30 тысяч долларов вполне реализуема.
Стоит ли для джиповских задач брать авто в 1.5-2 раза дороже, платят только за собственные амбиции, получая никакой по сути джип, решать каждому. Но реальные внедорожники, вот они. Они вам продемонстрировали свою готовность решать задачи сложные. Ваша задача – оформить автокредит и доказать всем, ну, покупкой авто, что жизнь продолжается, путешествиями во все направления, что ваш Санта-Фе, Кайрон, Тайгер и тем более Патриот – это реальный джип, а не асфальтовый трейлер.